мир такой большой, мам. Так уменьши его. Слушай мой голос. Представь, что это остров в океане. Видишь его? Вижу. Мой сын был в автобусе. Он видел, что сделал Кларк. Эту часть себя ты должен хранить в секрете. А что мне оставалось? Дать им умереть? Возможно. У меня столько вопросов. Откуда я? Тебе лишь надо решить, каким ты хочешь вырасти, Кларк. И каким бы ты ни стал, ты изменишь мир. Отец считал, что если бы люди узнали, кто я, меня бы отвергли. Он считал, мир не был готов. А что думаешь ты?